Всем привет, дорогие друзья! С вами Татьяна Кузьмина и проект Faberlic Reality. В этом видео будет обзор небольшого заказа с новинками 16-го каталога. Вот так он у нас выглядит. На последней странице прописана акция для зарегистрированных пользователей. При регистрации на сайте компании ссылочка есть под данным видео. И при заказе на 1699 рублей в ценах каталога вы получаете в подарок в период действия этого 16-го каталога вот такой замечательный парфюм. Нежный зеленый аромат Пуртужур всего лишь за 1 рубль в подарок, выполнив условия этой акции. Просто совершайте покупки на сайте на определенную сумму и получайте подарки. Есть у нас прям отдельная программа, называется она «Стартовая» для вновь зарегистрированных пользователей. Поэтому, если у вас еще нет возможности приобретать продукцию со скидкой 20% и получать подарок, за свои покупки, ссылочка вот здесь под этим видео. Я приступаю к обзору заказа. Вы знаете, я сделала этот заказ за неделю до старта нового каталога, и мне открылась возможность приобретать товары со скидками этого каталога. То есть по акциям этого каталога при покупке двух сработает скидка дешевле. Естественно, я воспользовалась такой возможностью, и посмотрите, что я купила. Я купила 10 штук вот такого мыла. Я не буду сейчас шуршать перед камерой. В общем, 10 у меня получилось штук. Артикул этого мыла 2736. Очень классный вариант будет подарка к Новому году. В том числе, потому что здесь символ года. Вот такой котофей. Мыльце на самом деле не имеет какого-то такого яркого аромата. Нет здесь отдушки, пахнет просто обычным детским мылом. Вот такое мыло, очень приятный вариант подарка. И еще 10 штук я приобрела вот такого мыла. Тоже все, наверное, не буду показывать, шуршать не буду. Это апельсинка. Я сейчас скажу сразу вам артикул 2737. И как выглядит это мыло. Посмотрите, какая апельсинка. Очень классная фигурка этого мыла. Пахнет легкий аромат цитрусовой апельсинкой. Действительно, апельсином пахнет. Очень приятный здесь и аромат, и само мыльце, и удобно в руке держать. В общем, вариант такого новогоднего подарка будет очень классный. Кстати говоря, мыло у нас всегда к праздникам разбирается, поэтому не оттягивайте этот момент. Сейчас при покупке двух будет каждая стоить 59 рублей. Я имею в виду сейчас, это вот в этом каталоге. При покупке двух каждая в ценах каталога 59 рублей. То есть для вас еще скидка 20% сработает. В моем случае сработала скидка 26%. А вы также можете увеличить свою скидку с 20 до 26%. Как это сделать, обязательно вам расскажу, как только вы зарегистрируетесь и обратитесь ко мне с этой просьбой. И еще такой момент, что для меня со скидкой 26% вот такое мыло обошло всего лишь 44 рубля. Представляете, очень классно. Так, теперь еще одна акция, которая сработала на гели для душа при покупке двух. Тоже они идут дешевле, по-моему, 79 рублей. Я всегда цифры как-то немножечко забываю. Я сейчас посмотрю в каталоге и вам скажу точно, сколько будет стоить гель для душа. 89 рублей. 89 при покупке двух. А вот мыло как раз то, о чем я вам сказала. 59 рублей. Это все цены каталога. Понятно, что для зарегистрированных пользователей они стоят дешевле. И я купила вот такие варианты по несколько штук. Кратно двум. И вот этот новый гель для душа мне понравился больше всего по своему аромату. Называется он «Карамельное настроение», артикул 2740. Действительно, очень приятно пахнет карамелькой. Знаете, вот реально запах выпечки, даже и выпечки, и карамельки очень приятный. И он вот такой непрозрачный, как крем-гель, хотя написано, что это гель для душа. И еще одну новиночку, тоже в нескольких вариантах я приобрела. Это лимонный кекс называется и артикул 2738. Тоже выгодно покупать кратно двум, потому что цена будет дешевле на каждый из них. Здесь лимонный такой аромат, с цитроном что-то такое пахнет. Вот цитрончик мне напоминает конфетки.
В общем, вот такой цитрусовый здесь лимонный аромат, тоже приятный, но это уже вот такая формула гелеобразный и прозрачный гель. И еще я купила по тоже несколько штук. Такие гели у нас были в прошлом году на Новый год. Тоже такой приятный вариант. Значит, здесь 26-18, называется гель для душа, мандариновый микс. Давайте вспомним аромат. Да, действительно пахнет мандаринкой, но приятный аромат мандарина. И еще я купила вот такой гель для душа. Тоже новогодние варианты упаковки. Артикул 2617, называется «Яблоко и корица». Давайте его понюхаем. Да, яблоко и корица. В общем, приятное. Ароматы. Что еще я купила из товаров? Смотрите, это уже не новинки будут, просто мне это было нужно. У нас закончился чай. Я купила вот такой земляничный медовый Иван-чай с Сайгандаля. Мне очень он нравится. Он, конечно, подороже, чем все остальные чаи у нас в каталоге. Но вот в новом 16-м каталоге он будет стоить 199 рублей. Обычно он стоит 249 рублей. Это, опять же, цена каталога. Артикул 16011. Самый мой любимый чай. Вообще всем членам семьи этот чай очень нравится. Также я купила батончики. Тоже со скидкой по ценам 16-го каталога. Фруктовые ореховые батончики, они, наверное, самые любимые у меня. Я купила шоколад фундук гуарана. Это артикул 16038. И еще кокос кешью кэроб амарант. По 3 штучки. И артикул 16040. Упаковочки 3 штучки идет этих батончиков. В общем, батончики очень вкусные. Действительно, там и орехи чувствуются, и ягодки чувствуются. Ну, вот мои самые любимые батончики. Фруктово-ореховые. Также я для себя положила 2 вот таких мыла. Оно тоже там у нас по хорошей цене будет в 16-м каталоге. Цену я сейчас не помню. Мне нравится вот это фрези и пион. Аромат цветочный такой, нежный. Причем аромат у данного мыла. И артикул данного мыла 78-38. Ну, 2 штучки я себе приобрела. Еще у меня в заказе одна позиция клиентская. Захотела у меня клиентка попробовать вот такую губную помаду. Ну, на самом деле, самая обычная губная помада. Я, честно говоря, не очень люблю вот эти помады. Простые, самые простые. 40-474. Ну, на каждый день адекватная помадка, кремовая текстура, самая обычная. Такой вот, не знаю, отливает все. Оттенок розовый какой-то такой. Кораллово-розовый, что-то такое. Ну и вот, собственно говоря, весь вот такой обзор. Сегодня он у меня очень короткий, но просто мне хотелось вам продемонстрировать вот это мыло, эту новиночку, и сказать о том, чтобы вы не затягивали с заказом, поскольку это все очень быстро будет исчезать со складов с наших, особенно в преддверии новогодних праздников. Я, конечно, понимаю, что компания будет стараться максимально нас обеспечить продукцией, новинками, но все же этот момент нужно держать под контролем. И вот эти гели для душа, которые мне тоже понравились, на мой взгляд, они тоже быстро исчезнут в наших каталогах, особенно если это будут последние прям предновогодние каталоги. Так что обязательно этот момент отслеживайте. Еще мне пришел новый каталог уже 17-го периода. Буду делать на него обзор. Период его действия с 22 ноября по 5 декабря, это не последний каталог, видите, он двухнедельный, у нас будет еще 18-й каталог, и вот в этом каталоге столько много новинок, просто, и такие они шикарные, хочется все купить.
В общем, не знаю. Буду думать, надо будет выбирать, потому что там, ну, и цены, в общем-то, не самые дешевые на те новинки. Короче, все будет в обзоре. На этом я сегодня буду завершать это короткое видео. Если оно вам было интересно, полезно, ставьте лайк. Если не подписаны на мой канал, подпишитесь, не забудьте нажать на колокольчик. Напишите мне в комментариях, какие покупки вы планируете к Новому году, что будете покупать на подарки своим знакомым, что, может быть, уже присмотрели вот в этом 16-м каталоге. В общем, поделитесь своими планами на предстоящие подарки к Новому году. Ну, а мы с вами увидимся в новых моих видео. С вами на связи была Татьяна Кузьмина. До встречи в следующих видео.